Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. Верка Сердючка оказалась на кладбище после слухов о тяжелой болезни. Состояние певца и продюсера Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, остается непонятным для его поклонников. В прошлом году Андрей Данилко рассказал, что у него проблемы со здоровьем. Певец не стал раскрывать диагноз. Он лишь отметил, что врачи все держат под контролем, и повода для переживаний нет. Также артист продолжает выступать. Недавно продюсер Юрий Никитин в шоу «Звездный путь» отметил, что проблема, с которой столкнулся Андрей, гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Мол, артисту помогают справиться с болезнью специалисты из других европейских стран. После этого Никитин заявил, что его СМИ выдернули его слова из контекста. А Верка Сердючка сейчас чувствует себя хорошо. Что происходит в жизни Данилко, можно только догадываться. В своем инстаграм-аккаунте 47-летний артист делает публикации, связанные исключительно с его работой. Делится новыми снимками Верки Сердючки, сообщает о музыкальных новинках и делает заявление. Накануне свежую фотографию певца без сценического образа выложил в инстаграм Стас Садальский. Андрей Данилко позировал на кладбище возле могилы режиссера Романа Виктюка. Интернет-пользователи, которые знают о слухах, пожелали Верке Сердючке скорейшего выздоровления. Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости.